А сейчас мы переходим к экстренным новостям. На днях у нас в городе появился некий кровожадный, не знающий пощады маньяк. Он совершает жуткие убийства, которых никогда ранее наш город не видел. В данный момент полиция работает над его задержанием. Да ё-моё, куда полиция смотрит? Жесть, ребята, блин, у меня такое чувство, дежавю, что я эту квартиру где-то видел, ну, из телека, только не могу вспомнить где. И знаете что, если это реально маньяк, мы должны полиции помочь, потому что... Так, стоп, а вот и полиция. Чё им тут надо? Сидите дома. То вдруг нас тут за маньяков считает. Сидите дома, я сам поговорю с ними. А, Степаныч, здорово. Ё-моё, я уж перепугался, что меня тут арестовать хотят. Или что, хотят арестовать? Ты что, меня арестовать хочешь? А, у тебя ко мне какие-то вопросы? Что тебе надо говорить? Давай, отвечу на любой вопрос. Маньяка? А, того, с телека? Чего? Безголового? Ты сейчас серьезно? Ты не оговорился? Нет, нет, не бред. Это нифига не бред, но... Можно поподробнее, с чего ты взял, что это именно он? Они все говорят про него. Ё-моё. Кабздец. Приехали. Так, знаешь что? Я тебя лучше пока что отвлекать не буду. Если что-то будет, я тебя наберу, хорошо? Все, давай, удачи, все. Мы его поймаем обязательно. А, да, ребята, всем привет, с вами я, отец-одиночка. Кабздец. Нет, ну если кто-то пропустил, мы недавно гостили у моего брата в аду. Да, он типа там заправляет. Так вот, мы, судя по всему, случайно выпустили одного из самых жутких маньяков современности. Дети, кажется, мы накосячили. Так, 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 все в дом, все в дом. Блин, если это, об этом узнает общественность, и все эти убийства получаются на нашей совести. Нет, ребята, мы должны его по-тихому поймать, вот, и минимизировать все потери. Вот так вот, только, блин, как нам это сделать? Вы чё, вы в своем уме вообще? Не буду я ему звонить, не буду. Саша, ты совсем что ли? Он тебя четвертовать хотел в качестве пранка. Так, ребята, прикиньте, мои детишки хотят, чтобы я позвонил своему братику, ну, тому, из ада. Ребята, это его был клиент, и он сбежал, и что он его плохо охранял. Он сам виноват. Хотя реально, кто еще лучше разбирается во всяких психопатах и преступниках, как не самый-самый главный их каратель? Ладно, ладно, ладно. Хорошо, но ни в коем случае мы не будем выглядеть дружелюбными. Он должен понять, что ему тут не рады, ясно? Все, так, мне нужен бензин, какой-нибудь старый пергамент и ручка. И кому-то придется проткнуть свою кожу, да. Письма дяди пишутся только кровью. Вот, сами хотели, сами давайте сделайте мне чернила в кавычках. Ух, а я пока должен придумать текст, потому что текст на тот свет надо писать по-особенному. О, подожгли, молодцы. Ну что, болит ранка? Вот, больше не захочете дяде письма писать. Ладно, перебинтуйте, йодом смажьте. Все, письмо готово, написано, и кидаем. Так, теперь заклинание. Адусейроксиви. Агарин царк, супмарк, супмарк. Ох! Так, все, дальше не вылезай. Все, молодец, нормально. Ну, здорово, братик рогатый. Чего надо, чего надо? У нас тут шаштуют твои заключенные в кавычках. Чего за ними не следишь, а? Они тут убивают уже людей. Что, чего и чего? Твой маньяк, я говорю, тут шалить начал. Не понял. Слышь, братик, это твои проблемы. Это твои проблемы, он у тебя из тюрьмы сбежал. Да как не ручаешься? Это же твоя вина, ё-моё. Ты за них в ответе. Поэтому давай, все, разруливай тут. Брат, ну ё-моё, ну брателик, ну реши, пожалуйста, вопрос. Ну это же по твоей специальности. Вот спасибо. Может нормально быть. Так, ну все, давай, вылезай скорее. Ладно, все, вылезай полностью. Ты куда? Ты куда? Слышь, куда ты сдриснул-то? Ну давай, лови его. Что? А не будешь один искать специалистов? Ну хорошо, хорошо. Подготовиться. А что делать? Список. О, дай, Саша. Что, сгорел? Блин, господи. Ну, продиктую, короче, Саша, она запомнит. Ё-моё, ребята, прикиньте. Сейчас будем каких-то специалистов ждать. Вот это да, специалисты из ада. Как вы думаете, как они выглядят? Ну, ладно, сейчас список они там получили. Все, пойдем готовиться.
Блин, ребята, капец, у них долбанутый список. Вот прикиньте, вот смотрите, им нужны были окурки, лепестки роз, чипсы и еще вот компас я сейчас ищу. Зачем? Все, нашел. Зачем им-то надо? Непонятно. Ну как? А, все, все, бегу, бегу, бегу. Все, все нашел. А вы шмотки достали? Достали шмотки? Так я не просили. Зачем им шмотки? О, все! Ууу, как вас много! Рексик, не скули там, не бойся, это свои. Власть, еще как не родные. Блин, нифига толпа. А, да, точно, 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 извините, сейчас сниму заклятие. Идар гиртутутынь, ишлюб, идар тутмав, истязылив. Ну все, давайте, вылезайте, блин, жарко, капец, печет. Так, ребята, все, мы по вашему списку прошлись, все нашли. Так, дети, выдавайте одежду, только я не понимаю. Стоп, стоп, подождите. Слышь, брательник, а это кто вообще? Чем скелеты нам помогут и зачем им шмотки? Детективы-скелеты? А, ну, очень приятно. Так, да, оденься, оденься, лучше получше. И у меня вот еще вопросы. Ага, искать маньяка, верно. Если они тут сюда пришли, чтобы искать маньяка, мы им рады. Так, потому что ваш безголовый урод, и реально, ты ему должен придумать какие-то новые наказания, чтобы он точно понял. Вот как ты его там мучил, что ничего до него не дошло? Так, ребята, ладно, вот, получается, я так понимаю, вам нужны окурки. Для чего? Чтобы, типа, как настоящие детективы курить, что ли? Курить вредно, хотя, ну да, вам, наверное, уже пофиг. Так, тройную дозу для обрядов. Так, ну ладно, хорошо, а роз вам зачем? Тоже для обрядов? Или хотите подарить кому-то, что ли? Для обрядов. Так, что-то еще. Так, нож. Компасы тоже для обрядов? Типа, а может, чтобы найти, где он? Какой-то сатанистский навигатор? Ну, конечно, я уверен, что это маньяк, потому что там были свидетели, которые заявляли, что он безголовый. Кто тут еще в нормальном мире может быть безголовым и не сбежавшим из ада? Так, ну хорошо, ладно, это все было для обряда, но зачем вам чипсы? Ё-мо, я понял, да, это получается обряд шуршания, чтобы по пустоте найти... Чё, покушать? Вот, ребята, до чего доводят чипсы. Ладно, хорошо. Так, тогда, получается, скелеты детектива, одетые в детективов. Ну ладно, за лицо можно предъявить, типа, что вы косплееры. Да, никто ничего не скажет, сейчас это норма. Но, слышь, брательник, ты-то как будешь прятаться? Я думаю, у нас таких шмоток такого размера не найдется. В смысле, сейчас все... Ты что, летать собрался над городом? Ну, а... Не понял. Я не понял. Кот? Так, ребята... Будьте поосторожны со своим котом. Возможно, это мой дядя. Так что аккуратнее. Так, ну ладно, хорошо. Так, ребята, я так понимаю, нам надо добраться до места преступления. По новостям передавали, мой друг мне передавал, последнее место преступления — детская площадка, прикиньте. Вот такой вот урод, до детей добрался. Поэтому... Так, давайте лучше пройдемся пешочком. Ты еще сажать их в машину? Блин, жутко это, каким надо быть уродом. Такое сотворить. Ё-моё, прикиньте, они даже до сих пор не впитали следы крови. Ё-моё, ну вот еще откуда-то песок обугленный. Как он мог обуглиться? Это типа и точно потому, что это ваш? Понятно. Так, ну чё, все, убедились? Чё делать-то будем, а? Ё-моё. Сейчас я, может, позвоню своему этому другу полицейскому. Возможно, у него какие-то новости есть. Блин, ребят, ё-моё, телефон забыл. Дайте кто-нибудь телефон, ему позвоню. Пожалуйста, телефон дайте. Алло, привет, это я, чё, есть какие-нибудь новости? Блин, у меня тут есть помощники сейчас, мы 100% его найдем. Ну, нажжёт какая-то зацепка, свежая зацепка, пожалуйста. Может, там кто-то его увидел? Что? Заметили? Около моего дома? Спасибо, сейчас будем, да, отлично, замечательно. Ё-моё, этот урод сам на нас вышел. Замечательно, Крампус, брательник, он около нашего участка. Погнали. Все, сейчас поймаешь его? Замечательно. Ух, ребята, что может быть хуже, чем попасться в лапы сатаны? Да, думаю, даже если вы такой урод, как этот маньяк, я думаю, даже в таком случае вам было бы страшно. А, вон, я вижу, какая-то пентаграмма, смотрите. Типа как дети у меня в подвале рисовали. Это он тут что, какие-то обряды, что ли, проводил? Так, братик, давай, все, твой выход, поймай его, накажи. Так, интересно, интересно. И что будете делать? Вы его, что ли, призовете или как? Так, вам какая-нибудь помощь нужна, ребята? Так, отойдите лучше, Петя, отойди. Мало ли там какая-нибудь магия будет опасная. Ну ты серьезно? Ты будешь его просто звать? Дети, не лезьте! Пусть взрослые работают, отойдите! Что? Это часть плана? Что? Куда? Какого черта? Смотрите,
Так, стоять, этот урод! Стой, сволочь! Дети, за ним! Саша, пуляй огнем! Блин, куда он делся, тварь? Вот он! Сволочь, быстро! Блин, быстрее! Ну же! Сразу! Ищем! Сволочь, убежал, он же еще белый, весь в белом. Тварь! Блин, он что-то сделал с моим братом, по-любому, это была какая-то непростая пентаграмма. Ё-моё, если он его запечатал, ребята, мы попали. Так, не разбредаемся! Он нас, походу, хочет разделить. Все ко мне! Ко мне, Лиза, ко мне! Так, оборачиваемся, смотрим во все стороны. Ё-моё, ребята, это попадос. Остались один на один с маньяком. И видели? Его даже не пострелить! Ну или, возможно, я просто мало по нему попал? Но он какой-то явно аски черт. Ладно, ребята, надеюсь, что все будет хорошо. Давайте до завтра. Пишите свои идеи, как его поймать, в комментарии. Всем удачи, ставьте лайки, пожалуйста, ваши лайки. Это сейчас наша будет единственная поддержка. Давайте поддержим нас лайками, хорошо? Все, ребята, давайте, до завтра. Всем пока.